Это третья ступень ракеты носителя Аполлон Сатурн 5. Как и второй, он использует очень холодное топливо, жидкий кислород 20 тысяч галлонов, которые должны храниться при температуре 273 градуса ниже нуля. И 63 тысячи галлонов жидкого водорода хранятся при температуре 423 градуса. Если эти температуры не будут поддерживаться, и то, и другое превратится в газ и станет бесполезным в качестве топлива. На третьей ступени есть один двигатель J2, показанный здесь в статическом тесте, он развивает тягу в 200 нулевых фунтов. Сцена более 58 футов в высоту и 22 фута в диаметре. Когда он полностью заправлен, он весит 130 тонн. В полете третья стадия загорается после выгорания второй стадии. Это примерно в 117 милях над землей и движется со скоростью 15-300 миль в час. Высоты достаточно для околоземной орбиты, но скорость слишком мала, чтобы поддерживать ее. Итак, третья ступень горит чуть более 2 минут, чтобы увеличить скорость до 17 500 миль в час, а затем отключается. Но работа третьего этапа еще не закончена. Пробыв на орбите достаточно долго, чтобы точно определить свое положение и траекторию, ступень должна снова включиться по команде, чтобы подтолкнуть космический корабль к Луне. Чтобы избежать земного притяжения, он должен разогнаться до 24 300 миль в час. Двигатель горит около 6 минут. Тогда, как только космический корабль выходит на лунную траекторию, ступень выключается. И хотя она все еще обеспечивает ориентацию космического корабля, его полет с питанием завершен. Третья ступень Apollo Saturn V начинается снизу в виде алюминиевого планера, конусообразной формы, которая соединяет две ступени. Структура тяги равномерно распределяет силу двигателя вокруг топливного бака. Узел кормовой юбки помещается между промежуточной ступенью и топливным баком. Сборка танка на самом деле состоит из двух танков. Внизу находится резервуар с жидким кислородом, вверху — резервуар с жидким водородом. Эта конструкция, использующая общую переборку, экономит как вес, так и размеры. Передняя юбка поддерживает приборный блок, верхнюю и конечную часть ракеты-носителя. После сборки основных секций двигатель J2 устанавливается с другими внутренними системами. Гидравлическая система, которая обеспечивает мощность для запуска двигателя. Электрическая система, обеспечивающая базовую мощность. Телеметрическая система для отправки полетных данных обратно на наземные станции. Система экологического контроля. Система управления полетом по крену и ваш контроль над транспортным средством. И управление краем, чтобы подтолкнуть топливо к дну бака для повторного воспламенения необходимо, так как сцена невесома во время ее работы. После проверки его систем, сцена статически запускается на полной тяге и на полную мощность на испытательном полигоне в Сакраменто. После завершения этих огневых испытаний, ступень отправляется в космический центр Кеннеди, чтобы занять свое место в ракете носителя Аполлон Сатурн-5.